Командующий Западным фронтом генерал армии Павлов по приказанию Ставки прибыл. Бывший командующий Западным фронтом, тебя вчера освободили приказом Ставки. Садись, Дмитрий Григорьевич. На меня хотите свои ошибки списать? Да, мы не рассчитывали, что противник соберет такую массу бронетанковых войск и бросит их в первый же день на всех стратегических направлениях. Не рассчитывали. Но ошибки, допущенные руководством, не снимают ответственности с военного командования всех степеней за просчеты и ошибки. И каждый военачальник, допустивший такие просчеты, не имеет права уходить от ответственности и ссылаться на вышестоящих. Дмитрий Григорьевич. Верно говоришь, Георгий Константинович. Генеральный штаб действительно не предусмотрел внезапный переход противника в наступление в таких масштабах. И обвинять во всем командование округов, я думаю, не стоит. Командир, согласно уставу, должен быть готов в любой обстановке выполнить боевую задачу. А у тебя, Дмитрий Григорьевич, даже в ночь на 22 июня командиры соединения эшелона прикрытия границы до последнего момента ждали указаний свыше и не держали части в боевой готовности. Так нас воспитали перестраховки. А вы не имеете права бояться, товарищ генерал армии! Помнишь, Дмитрий Григорьевич, в декабре 40-го года мы с тобой вели военную игру на картах. И ты тогда расположил 10-ю, 3-ю, 4-ю армии вот здесь, в Белостокском выступе. А такая оперативная конфигурация создает угрозу глубокого охвата и окружения войск со стороны Гродно и Бреста путем удара под фланги. Я тогда показал тебе, как это может быть. Почему ошибочное расположение войск, допущенное тобой в 40-м году, не было исправлено вплоть до войны? Ведь получилось то же самое! Никто не мог предполагать, что фон Бок будет думать, как Жуков. Здравствуйте, Георгий Константинович. Ну, прощай, Георгий Константинович.